Друзья, привет! Я Майя Мовс, и это мой новый видос. В этом влоге я собираюсь показать неделю учебы в Сеченовском университете, поэтому думаю, ребятам, которые хотят сюда поступить, будет интересно. Пары проходят у нас в разных корпусах, поэтому практически каждый день у нас новые адреса. Расписание составляется сразу на целый семестр, и это просто очень удобно, поэтому вы можете спланировать все, если вы такой человек. Я вот не такой человек, поэтому я не планирую. Так вот, почему я говорю про расписание? Дело в том, что в эту пятницу мы идем в морг. Да. Если честно, я этого очень жду. Мне кажется, это будет интересно. В любом случае, я очень надеюсь, что мне удастся что-то снять интересное и показать это вам. Поэтому смотрите до конца. Поехали! Я еду на микробиологию. Микробиология находится там же, где кафедра анатомии и гистологии. Мы пришли в музей анатомический, чтобы выучить микру, доучить микру, потому что у нас начало через час. Мы пришли на час раньше. Чем ты там торгуешь? Она что, как ты мило все подписала? Окей, у нас тут небольшое интервью. Каким врачом ты хочешь стать? Я еще не выбрал. Эми, каким врачом ты хочешь стать? Наверное, эндокринологом или косметологом. Девочки, каким врачом вы хотите стать? Акушерки. Я не знаю. Нет, ну, возможно, хирург-офтальмолог. Каким врачом ты хочешь стать? Ну, я пока планирую сердечно-сосудистым хирургом, ибо во время изучения анатомии на первом курсе мне больше понравились кровеносные сосуды и сердце. И, в принципе, сердечно-сосудистая система. Марк, каким врачом ты хочешь стать? Репродуктологом. А почему именно выбрал такое направление? Очень интересная вещь. Сидишь, лечишь бесплодие, прописываешь таблеточки. Всем советую. Каким врачом ты хочешь стать? Знаете, если бы я знала ответ на этот вопрос, я бы с радостью ответила. Но я не знаю ответ на этот вопрос. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживалась. Каким врачом ты хочешь стать? Я собираюсь быть психиатром. Я собираюсь быть психиатром, потому что вокруг одни психи, и надо что-то с этим делать. Вот. Хочешь изменить систему, меня ее изнутри. Я не знаю, я вообще не планировала быть врачом, но может еще что-то поменяться. Ну, надеюсь. Ну, просто... О, учусь, медиа второй курс. Да, да я для себя, понимаешь? У нас что-то интересное. Покушать, а потом пойти на психологию. Привет.
занимаемся на психологии. Рисуем животных. Можно я твою покажу? Мощно, просто мощно. Итак, сегодня четверг, и я решила остаться дома, потому что мне необходимо выучить материал по топке и заполнить тетрадь. Для топографии у нас вот такие вот тетради, которые мы заполняем в каждой паре. И, если честно, я очень рада, что мы их заполняем, потому что благодаря им я очень легко запоминаю материал. Прямо очень хорошо все идет. Пока что. Из интересного у меня есть вот такие вот инструменты. Пинцет я брала еще на первом курсе, я сдавала с ним анатомию, поэтому у него уже есть история. А иглодержатель и иголки мы брали в этом году для топографической анатомии, и завтра, возможно, они нам пригодятся. Потом мы же держим нити вот так вот, по сути, да? Ты вот этим пальцем направляешь, вот. Итак, мы выходим с морга. Как ваши ощущения? Тебе понравилось? Да. Поначалу казалось, что он такой злой, он ругается на нас, он оскорбляет нас, но он по факту. В конце я увидела его доброе сердце. Всем привет! Вначале было не очень как-то противно, а потом вообще, мне кажется, никто на него внимания не обращал, а все... Я не всегда такая страшная. У всех было это дело, чтобы как завязать узел. Да. Если коротко, к первому занятию нужно обязательно знать инструменты, знать, как ими пользоваться, завязывать, уметь швы. Итак, пока я монтировала, я поняла, что нужно немного подробнее объяснить, что и как было. Вообще, я представляла, что нас заведут в помещение, где будет множество тел, где будет стоять неприятный запах, и где будут все падать в обмороки, по крайней мере, так рассказывали. Вот. Но все оказалось не так. У нас было все очень супер цивильно. Да. Нас завели в отдельную комнату, где по центру стоял стол, а на столе тело. Наш преподаватель сделал разрез на ноге, показал, как его зашить, как завязать узел, как правильно держать инструменты, а дальше отдал нам в руки эти инструменты и сказал: «Зашивайте». Ну, дальше мы уже зашивали это все, и больше, в принципе, ничего интересного. За столом одновременно могли работать два человека, кто-то зашивал рану на левой ноге, кто-то на правой. Но мы не зашивали полностью рану, мы делали один простой шов. Потому что если бы каждый человек зашивал полностью целую рану, это бы заняло очень много времени. Мы и то один шов очень долго делали. Ну, в принципе, это понятно, потому что мы в первый раз вообще шили. По крайней мере, я в этот день в первый раз шила вообще. Я имею в виду, делала хирургический шов. Пока два человека зашивали эту рану, все оставшиеся ребята учились делать узлы. Мы и так до занятия учились делать эти узлы на шнурках. Я это показала дважды причем, и это было еще мало. В самом кабинете мы уже делали это нитками и завязывали друг другу пальцы. Поэтому это было весело. Да. Ну, в принципе, больше ничего такого суперинтересного, если честно. Мы просто, получается, сделали один шов. На этом все. Мы идем в морг, поели в крошке картошки и пожалели, потому что, возможно, нас тошнит. Кто знает? Мы об этом не подумали. Как ваше ощущение? Странно. Боимся, что на нас будут орать. Да, если честно, очень. Я жду этого момента. Она ждет, чтобы кого-то бросили инструмент. Скажем вам, секрет такое было в истории у студентов. Для меня это не слишком лакшери место. А, что? Блин, да не лакшери место. Что-нибудь у тебя сохраняется. Да, в конце шестого курса. Я буду смотреть. Какая я сейчас? Я попробую. Привет. А, у тебя, ты влоги снимаешь? Да. Она же блогер. Подписывайся на меня в инстаграме. Давай, давай. Инстаграм блог. Ну, в итоге все классно. От тела не противно, если честно, вообще. Ладно, Майя, без подробностей. Да. Ладно, давайте. Все.